Вас встречаем в нашей точке роста. У нас всего в школе обучается 958 человек с 1 по 11 классы. Школа Ивановки получила модуль, который называется «Точка роста». Таких точек роста у нас в области до 2024 года будет открыто 180. Из них в этом году 26. Что это такое? Это передовые технологии. Эти точки роста взаимоувязаны с кванториумами, которые у нас открыты уже в Амурской области. И с осени начинает у нас двигаться по региону мобильный кванториум. Это технологии, которые сейчас наиболее востребованы в образовательной среде. Это 3D-печать, виртуальная реальность, это обеспечение безопасности жизнедеятельности. Это очень важный предмет, на который мы особое внимание уделяем. Я абсолютно уверен, что это правильное направление, мы его поддерживаем. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта. И мы сделаем все возможное, чтобы максимально широко дети получили доступ к вот этим современным технологиям. Для нас это принципиально важно.